10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Brewmaster! Seconds remaining. 5 seconds remaining. Seconds to battle. 2 у нас первые 2 фрага уже произошли. Я вам столько всего рассказывал, когда у меня в проге был выключен микрофон, чтобы вы лишних шумов не слышали. Вы пропустили все абсолютно. Можно ливать, это ГГ. У нас ФБ сделала команда ЦДЭК, зато ЕХУ мы
ответили сразу же фрагом на Бристлбеке. Ну, я думаю, что вы видели на карте, все прекрасно. Ротикей первое время у нас втыкал на хайграунде, куда его отправил Рубик. Бывают, конечно, огорчения, но не так-то много вы пропустили. В принципе, Vision был. То, что я его не озвучил, это... Точнее, то, что я его озвучил, но вы не услышали, не так критично. Так что уж извините. Ну что, агрессив. Будет фармить у нас по факту теперь на сложной линии. Саппортить его будет лишь Рак, и саппортить его будет Рубик, на котором играет Q. Трипла против триплы. На сложную линию отправили Ротикей, и у Ротикея проблемы, потому что стоит он против квапы третьего уровня, почти четвертого. Клок сейчас только третий получит. Квапа должна, в принципе, с Клоком разбираться без проблем. Ни под батарея Саут встрять, ни в когах постоять долго Экзет не может, потому что есть все-таки блинк у него. Ну и плюс рейндж атаки, который не позволит Ротикей свободно себя чувствовать на линии. Счет по-прежнему 1-1. Шики на Бристлбеке стоит на мидлейне против Ситивая. Такая расстановка, ну Шики пробустили еще со старта. Еще со старта на тангу, поэтому может себе позволить, мог себе позволить приобрести ботл. Получилось все на ура. И Шики теперь с батлом. У Шики теперь есть возможность спреем постоянно поливать Ситивая. Ситивай, кстати, слился на ФБ. Потом и Шики отдался, но Шики все равно получил экспы больше, чем Ситивай. Сейчас это, конечно, неощутимо уже на четвертом с половиной левеле. Но с другой стороны... Какое-то преимущество на несколько секунд у Шики все равно будет. Сейчас будет пятый, будет третий квилспрей. И уже непонятно, как Ситиваю нормально подходить к своему оппоненту. Притом еще у Бристлбека есть ботл. У него есть нормальный такой манореген. Благодаря батле, то есть отпивайся не хочу. Ну и иди просто бей лицо Ситиваю. Boots of Speed приходит у нас для Ситиваю. И сразу же Boots of Speed приносит себе Шики. Бристлбека 17 на 2, против него СФ 18 на 5, ну и 19 на 11 агрессив. Брюмастер показывает, что не зря стал на сложную линию, не зря триплус и дек поставили. 7 на 0 всего лишь у YJ, у Герокоптер очень зависим от фарма, очень. То есть скиллами он, конечно, может и убивать на ранних минутах, без вопросов, но в итоге в конце ему понадобятся артефакты в конце игры. Чем меньше он заработает в начале, тем медленнее будет скорость его дальнейшего заработка. То есть где-то чем-то придется уже жертвовать. Поэтому загнобить на ранних минутах мейн-керри, ну, это просто бесценно. Мидлейн Шики. Ой, неприятность у него, конечно. Лане подстопил его, ну и удачный койл средний от Ситивая. Счет становится 2-1. По итогам этого файта 490 заработали на мидлейнере коллектива CDEC. И по экспириенсу тоже 490 в пользу команды Yahoo. Вообще по золоту CDEC выигрывают 1000, по экспе где-то 300 тоже в их пользу. При том, что по фрагам они катку пока что проигрывают. Брюмастер уже зарабатывает 27 на 15 по крипстату. На первое место, правда, выходит SF. 28 на 5. Ну, Брю остается на линии, а SF в это время бегает у нас просто под собственный фонтан. Вместо курьера. Ну, там проседание дичайшее вообще по мане. Поэтому, конечно, не справиться тут даже одним, даже двумя батлами. Если вы понимаете, сколько это время. Ротикей перемещается на мидлейн. Возможно, будет попытка забрать кого-то. Кого же еще, интересно? Шики будут пытаться еще раз забрать. Ротикея, правда, нет шестого левела, но батарея саут имеется и есть коги. Просто если подставится Бристлбек, то тогда, конечно, будут у него проблемы. Ланем пошел стакать для СФа лесных парней. На 52-й секунде подошел и вниз. Запомните, это все так делается. Ротикей стакает другой спот. У Ланема ничего не получилось, у Ротикея все прям великолепно. На то он у Ротикей, а Ланем на то Ланем. Днанем.
Так, Брюмастер в это время разваливает гирокоптера. Достаточно быстро это получается. Гирокоптер у нас мало того, что без фарма, еще и убивают его. Счет становится 0-1-1. Для гирокоптера 21 крип всего добит, 35 у Брюмастера в свою очередь. И всего лишь на пятой позиции YJ у нас по крипстату. Топ крипстат на карте у нас у CTY. У него уже есть порядка 1500 на руках. Сейчас будет есть тапок. Вот приобретается ПТ для CTY. У SF ПТ, у SF Bottle где-то гуляет в курьере. И есть Magic Wand для мидлейнера коллектива Yahoo. По голдец дек выигрывает 1500, по экспириенсу никто ничего не выигрывает. Счет у нас, графики у нас на нулевой отметке. Вообще, конечно, игру затягивать команде CDEC, мне кажется, нежелательно. Брюмастер упрется в потолок на 16 левеле. Там артефакты, не артефакты, это вещь сомнительная. То есть артефакты в руках гирокоптера — это вещь очень таки объективная. А Брюмастеру помогают ли какие-то артефакты, кроме Аганима, в его КПД? Ну, у меня по-прежнему есть вопросы. Поэтому, конечно, пораньше бы коллективу CDEC перейти к агрессивным действиям. И Бристлбэк уже к 16 левелу должен просто быть машиной для убийства. Бристо отдает у нас еще один фраг. 3-2 становится счет. Брист делает первое убийство, но при этом два раза он у нас умудрился шике слиться. По нетворсу давайте посмотрим, что у него. У него третья позиция. Он немного уступает CTY и на 400 уступает у нас своему тиммейту, агрессиву на Брюмастере. Нижний лайн. Квапа, как дела? 45 на 18 Queen of Pain, четвертый крипс нетворс на карте. И против нее Клок, у Клока 16 на 1. У Рутики не все в порядке, хотя есть шестой левел. Пока что для Клока, Клок, то есть функционально, Клок может себе позволить врываться в файты. ПТ скоро появится у Рутики. ХП тоже предостаточно. Будет ПТшка, будет, в принципе, более 1000 хелспоинтов. Это все на руку, конечно же, команде Yahoo. Тем более драться при наличии трента в твоей команде со вторым Living Armor. Все это, конечно, хорошо и очень даже перспективно для Yahoo. Shadow Shaman, пятый с копейками. DDC в скором времени уже получит свои варды. И к тому моменту команда Yahoo должна выйти в пуш. Если у тебя есть Shadow Shaman, то втыкать нет смысла никакого в принципе. То есть пуш должен быть постоянный. По КД ставишь варды, пол тавера съел. Поставил варды, съел весь тавер. Только так у Shadow Shaman будут появляться деньги. Только так у него будет появляться, будут появляться артефакты вместе с этими деньгами. Поэтому, конечно, скромничать DDC смысла никакого. Тогда скромничаться можно до поражения, до счета 1-1. 10 минут сыграно. По золоту CDEC выигрывают 2,5. По экспириенсу они выигрывают где-то 700. Шики под хостой. А тут, я так понимаю, баунти руна постоянного СФа. Еще и иллюзии для Шики. Да, не очень полезно, но это еще одно пополнение банки. То есть мана просто не заканчивается у Бристлбека. Дерись не хочу, Брис, да иди ты на хайграунд. Гирокоптер в это время забирает Рубика. Просто так разменяли своего саппорта игроки команды CDEC. На лоу хп здесь, правда, Ротикей. Ну, Ротикей живой. Ротикей отойдет на базу, похилится и денег не подарил своим оппонентам. А вот Рубик подфидил. Ротикей, хукшот проюзал. Коги хукшот, точнее, ждал проюзать. Поставил Коги, ушел. Батарея Саут еще включил и на хукшоте в крипов влетел бы. Ротикей тут по принципу Ланема делает отводы, я так понимаю. То есть не делай отводы в принципе. Опять не получается, но это уже дело команды Yahoo. Поэтому они проседают по золоту, поэтому они проседают по XP. Потому что где-то какие-то детали, мелочи какие-то, но это все фейлы. И эти фейлы, в принципе, к одному ведут. Ведут к общему массовому поражению.
Лишак забирает тем временем Shadow Шамана. За файтом мы с вами наблюдали. Там очень просто развалили. Агрессив, понятное дело, что через клэп половину хп сжирает Расти. Раста поставил варды, думал уйти по-тихому. Думал и варды по-тихому. Заберу тавер. Нет, не забрали. Половину тавера только спили и варды. Ну, второй заход, возможно, будет успешным. Правда, будет он не меньше, чем через полторы минуты. Так, а куда Тренд Протектор у нас Левин Армор вешает? Тренд Протектор у нас отвечает за сохранность и за реставрацию всех зданий, всех строений коллектива Ехоум. Пушить непросто, когда у тебя есть Тренд Протектор, когда у твоего соперника, точнее, есть Тренд Протектор. Ну и Ланем тут по КД Левин Армор на Тавра вешает. Ждем, сейчас здесь Левин Армор появится. Или нет? Да, Тауэр в итоге теряет команда Ехом. Топ-лейн подпушили. Кстати, Лешак тоже идет без диаболиков. Леший у нас через Stormlight. Замедлить Dead Stun. В принципе, тоже вещь неплохая, но непривычно, конечно, для тех, кто привыкли Широка видеть исключительно саппортом или Широка, который через диаболики у нас суперубийца. Дэмиджа очень много у диаболиков, это понятно, но не всегда, конечно, эти диаболики имеют высокие КПД, потому что для этого Широку надо стоять в соло друг против один против одного или один против двоих. Такого, в принципе, не бывает. Обычно держатся рядом игроки, либо рядом с героями, либо рядом с крипами своими, то есть понятное дело, что просто так подставляться никто не будет. Агрессив. Получил у нас хекс, получил у нас сетку, ротики и через хукшот. ESF забирает этот фраг. 4-4 становится счет. Брюмастера развалили. А у Брюмастера, кстати, деньжищ-то было много. За Брюмастера заплатили немало коллективу Ехом. По голде они заработали 590, по XP 580. Достаточно серьезно. Варды стоят. Варды, скорее всего, заберут тавер. Мне так кажется. Ульта пошла у нас от СФа. Шики подошел драться дальше. Ну и от Брюмастера здесь ульта. Летает у нас так. Рубик на лоу хп. Рубик продолжает жить. Сетевай на лоу хп на хайграунд. Сетевай развалили. Экзет уже был здесь. Дальше файт с Ротикей. Ротикей у нас на лоу хп уходит под собственный тавер. На лоу хп все цедек, но по-прежнему живут. Ланем байбекнулся, байбекнулся не зря. Развалили Квапу. И, скорее всего, еще и Шики здесь достанется. Умирает Шики, на лоу хп диком улетает Кью. На таком же диком лоу хп улетает Лишак. Ракета не попадает ни по кому. Кулдаун, кстати, пошел от гирокоптера. И вот теперь у агрессива, мне кажется, будут проблемы. Лишак ждет, чтобы подстопить YJ. YJ, скорее всего, умрет. Лишак должен его забирать. В итоге Брюмастер отправляется в таверну, и YJ живет. Ну, это просто файт все на все, и файт, конечно же, с пользой для коллектива Ехом. Байбеки того стоили. Они заработали по золоту и по XP громаднейшее количество. Ждем обновления графиков. Проигрывали. Точнее, счет был равный. Теперь 6-8 выигрывает коллектив Ехом. Поназабирали тут людей, забрали также тавер. Байбеки свои окупили. На 15 минуте они недорого стоят. А вот фраги и то количество экспы, которое получили игроки команды Ехом, те левела, которые они получили, дадут им некое преимущество в дальнейшем. Цедек выигрывали 3,5, по золоту теперь 0. По экспе Цедек выигрывали 2 почти тысячи, теперь 500 проигрывают. Что 17 минут у нас идет, графики ползут в сторону коллектива Ехом. Цедек опять могут потерять все свое преимущество. Я имею в виду безвозвратно потерять.
в прошлой игре примерно так и случилось. Они в какой-то момент лидировали, а потом все это как-то скатилось, и Йохумы смогли все-таки додавить своих оппонентов. Йохум очень грамотно реализует варды, как по мне. То есть варды ставятся по КД. Если у нас табор какой-то недопушенный, мы идем, ставим варды на него и пушим табор. Если у нас табора поблизости нет, но варды от КД шлись, мы идем забирать Рошан. То есть очень грамотная реализация, очень. И нижний лайн подпушивает команда Йохум, CTY. Уже. У него есть мека, у него есть Ogre Club, есть бот. YJ на гирокоптере. Чье это? Это DDC. Приобретает себе дагер. А ну-ка. Дагер есть у Shadow Shaman, есть Хекс, есть Шейкл, есть Эзершок 4 левела. Что, будет ли врыв от команды Йохум? Почему бы нет? Раз дагер есть у Шадоу Шамана, почему бы и не ворваться? DDC недалеко от СФа. Просто надо выманить кого-то на СФа. После этого можно будет и драться смело. Нет, DDC уходит. Ему неинтересно, он за мир. Не носит с собой ТП CTY. Позорище. То есть эскейпа как такового нет у СФа, как вы понимаете. Его единственный эскейп — это развести всех на все скиллы, а потом после Аегиса встать и попытаться что-то сделать. Ну и вот, пожалуйста, CTY. Ни тебе даггера, ни тебе ТПшки. Будет ультить здесь СФ, отменяет ульт. Пошла ульта у CTY. Продамажил неплохо здесь по пандам. Ну, скорее всего, Аегис потеряет у нас CTY, но тоже не критично. Ну а дальше что делать? У DDC... DDC в ветра у нас взлетает. От кого это? Это вот брюмастерских ребят здесь. Ланем, go fight. Overgrowth провязал. Ланем в таверну. Агрессив. Дальше за YF. Ну и вот это просто подстава, которую SF в своей команде организовал. SF просто слил всю команду. Ну, слил свою, конечно. Агрессив на ЛХП. Переждали игроки команды Йохум. Пока что 2 в 3 файт, с учетом потерянного Эгиса. Экзет гонит дальше Рутикей. Кто барабаны? Кто стучал в барабаны, бил? Квапа у нас барабаны провязала. Рутикей бьются об Коги, ребята. И дальше за Рутикеем Экзет. Подстопили Рутикей. Рутикей вряд ли отсюда уйдет. Все, Рутикей на лоу хп. Меку юзает у нас CTY. Квапа развернулась. Ой, сыкля. На данный момент счет 0 вообще по золоту. По экспириенсу коллектив Йохум выигрывает 1300. Так по чуть-чуть можно и додавить, в принципе. У агрессива 1000 по золоту. Кстати, сейчас агрессив, мне кажется, много чего потерять может. Primal Split есть через секунду, и лучше бы его юзать, потому что не уйдет отсюда просто агрессив и не успевает просто проиграть. Дотупился. Дотупился, пока под батарея Assault Rutikey не попал. И развалили у нас брюмастера. Та же история сейчас будет с Шейки. Нет, не успевает DDC дать сетку, потому что сетка еще секунду кулдан. Погоня дальше за Шейки. Поднимать, если чем, ветра Шейки или хоть как-то подстопить его. Ракета есть, но тут уже по таврам будет Шики. Есть ли смысл врываться? Даже Ротикей. Вот насколько безбашенный герой у него, Клокверк, который в любую вообще историю может влипнуть, и то не рискнул идти под тавр. 22 минуты, а такое ощущение, что всю вечность играют команды. Нуднейшие какие-то мувы абсолютно. Ну, не будем забывать, что здесь на кону.
хотя что на кону? Днепр и Севилья. На кону был выигр... Было чемпионство Лиги Европы. И неплохо так. За первый тайм 4 гола. А тут что происходит? Тут у нас дота какая-то несчастная. И 22 минуты. И всего лишь 18 фрагов. Ну, боятся. Понятное дело, что переживают команды. Просто так влазить куда-то в какую-то авантюру никто не хочет. Классный клэп от агрессива. Правда, Дагерау делает DDC. DDC готов драться дальше. Шейкл пошел по агрессиву. Брюмастер просто безболезен в этой игре. Рубик в таверну. В таверну точно так же Брюмастер. Шики тоже на лоу хп. Шики в таверну. Ну и Роти Кей под Ливингармором будет дальше за квапой бежать. Ракета у нас в квапу. Нету, по-моему, ульты, да, у Клокверка? Нету. 3 в 0 подрались. Ехом заработали 1450 по золоту, 2850 по экспириенсу. Счет становится 8-13. Ну и по графикам Ехомы начинают отрываться от своих оппонентов. Вниз за Лишраком. Это Лишрак саппорт. Его просто надо поймать. У него диаболики первого левела. Он просто несчастен, этот Лишрак. Покормите кто-нибудь. Начинается путпуш от команды Ехом. Есть, если что, машинка, поэтому тавер можно нормально разбивать. Коги ставит ротикей на случай, если у кого-то будет желание подойти. Так, у кого? У Рубика, конечно же, забирает ракету у нас. У Рубика, точнее, у Клокверка забирает Рубик ракету. Нужно было что-то поинтереснее придумать. Все-таки было видно, что Рокет отправляет у нас Клокверк. Нет, так нет. 2000 по золоту, 3000 по золоту Ехоум и 4 с копейками по золоту тоже коллектив Ехоум. У СФ уже есть БКБ. 10-секундный БКБ для сетевая. Есть Дагер. Есть Мека. Ну и ПТшка тоже для СФ. Со стороны команды Ехум. Давайте по артефактам пробежимся. DDC. Есть Дагер, есть Аркан Буцы, Magic Wand. Ну и 800 голды тоже есть. Для Гирокоптера по серьезным артефактам ничего нет. А вот по всяким таким полуартефактам все в порядке. Появляется БКБ. Есть барабаны, есть Ring of Aquila и есть фейсбуцы. В общем-то, демеджа нормально. 160 с руки для гирокоптера. Можно драться. У Тренд Протектора тем временем есть медальонов Кураж. Есть 1200 по золоту. Boots of Speed для Тренд Протектора. Тоже для Ланема все хорошо. Ну и Клок. Мы видим, что у Клока. Клока готовится выйти Аганим. Есть уже Point Booster. Force Staff также имеется. Bottle, Magic Wand и Power Threads для Роти Кей. По составу с, коллектива CDEC. У них есть на Брюмастере уже Dagger, есть ПТшка, Ogre Club, ну и надо еще Метрилхаммер до БКБ. Рецепт себе агрессив перед смертью купил, с чем мы его поздравляем. Бристлбэк с БКБшкой, с Мекой. ПТ есть, Magic Wand и Bottle. Есть Мека в составе команды CDEC, а здесь Мека на SF-е. Ну, мидеры заработали себе на меку, мидеры купили эту самую меку. Урн оф Шадоус есть для Лишрака и Транквил Буцы также у Гардера. Ну и последний, кто нас интересует, это Рубик. У него есть Стаф оф Визардри, у него есть Аркан Буцы. 600 голды для Рубика сверху. Скорее всего, форстаф выходит Рубик. Думать тут, в принципе, нечего. 3000 по золоту Ехому. По экспириенсу Ехому 3,5. Что, нарисовали план, только непонятно, кто нарисовал план. План Ехом команда нарисовала. Рутики показал, где находятся их соперники. А кто там у нас желтенький? Это у нас Ланем. Ланем показал, каким образом мы пробираемся на эту территорию. Смоки. Смок провязали, еще и инвиз дополнительный от Тренд Протектора, если что, если одним смоком не ограничится. Ну и здесь может быть очень интересная встреча. Правда, есть Sentry Ward от команды CDEC, поэтому, наверное, они здесь тусят. Поэтому они знают, что кто-то сейчас сюда зайдет. Ну давайте. Будет совсем смешно. Пошла ракета. Шики поймали.
Просто секунда дел вообще. Шики у нас стоит, Шейкли. Все варды наваливают по Шики. Шики убивает. Также убивает Рубика. Минус 2 уже делает коллектив Yahoo. Вапа у нас задула на всех. Sonic Wave, но команда Yahoo жива, и команда Yahoo отлично себя чувствует. Все фуловые, все. Правда, слили все ульты, понятное дело. Но это же была драка. Все, что было под рукой, камни, кирпичи, не знаю, гаечные ключи, все использовали Yahoo. Драка закончилась со счетом 3-0 в их пользу, 1800 золота, 3700 экспириенса. Еще бы не использовать ульты, а? И Рошана забирают тоже беспрепятственно. У Клокверка 1200 уже есть на руках. Кстати, ротики через... через сколько? Через 1600 в данном случае приобретет себе Аганим. Тайминг, конечно, кривоватый, но с другой стороны Клок всего одно убийство сделал. Правда, ассисты имел неплохие, но 58 крипов это немного. Это немного, посмотрите. На СФ, а тут 200. Клопат тоже, разумеется, 189. Ротики сложные, практически ничего нормального и не вывез. Только сейчас кое-как... начинает начинает кое-как отыгрываться. 8-16 счет на данный момент. По голде Yahoo выигрывают 6000, по экспириенсу более 7,5, также в пользу коллектива Yahoo. Вот это проблема и во втором матче. Они не знают, что делать со своими героями после, например, после удачных файтов. Им не очень понятно, что происходит. Двадцать минут сыграно. Yahoo мы пока что не собираются пушить, я смотрю. Как-то им так комфортненько. Ну, если файт происходит, Yahoo наказывают. Если файт не происходит, Yahoo просто фармят. Поэтому, конечно, ситуация чем дальше, тем страшнее для коллектива CDEC. Кто у них будет в итоге в лейт выходить, непонятно. Бристлбэк, ну, у Бристлбэка туманные перспективы. На 30-й минуте у Бристлбэка есть только БКБ и Меха, и все. Если бы к данному моменту, например, у Шики была бы Кираса и Тараска, мы бы могли, конечно, говорить о чем-то. А так у Шики 4-й нетворс на карте, 10 тысяч всего он заработал, 14 тысяч. CTY, конечно же, коллектив Yahoo мощнее выглядит. Два первых нетворса, их XZ, это первый в составе команды CDEC, и третий на карте. У него есть Orchid, у него есть рецепт на БКБ и Ogre Club, остается еще 800 до появления Митрилхаммера. Но в это время Yahoo подпушили тавр. У DDC есть варды, но он не тратил их даже на Т2, Рубика развалили. Тавр забрали, сейчас варды поставят DDC, и варды эти просто разнесут линию в щепки. Ульта от CTY. Пойдет, не пойдет. Пошла ульта. Шики на лоу хп. Шики зажат в варды. Расты минус. Шики. Раста на лоу хп. DDC живет. DDC делает даггераут. И DDC еще и выживает. Потеряли только ротикея. Линия мидлейн, скорее всего, если не полностью развалится, то Т3 потеряют. Команда CDEC. YJ подпушивает. У него есть Аегис. У него уже готовый МКБ. YG еще и под Living Armor'ом здесь. Ну, понятное дело, что Аегу разменять на Тавр, конечно же, это круто. Конечно же, это нужно и важно. DDC, Шики просто отгоняет отсюда. Пошел вон вообще. Ну и Т3 потеряли игроки команды CDEC. Забрали. Забрали Ротикея. Потеряли Брюммастера. Потеряли... Квапу и потеряли, по-моему, еще и Бристлбека. Да, байбек у нас был от Шики. Тут по графикам Yahoo просто задавят своих оппонентов. Пожалуйста, пожалуйста. 11 тысяч Yahoo по золоту и по экспириенсу более 10 тысяч тоже коллектив Yahoo. Что-то в китайском дивизионе все понятнее и понятнее становится, кто у нас отправляется на квалификации.
У Герокоптера уже есть МКБ, есть БКБ и 700 по злоту для YG тоже есть. Ну, Герокоптер неплохо себя ощущает, в принципе. Есть у него вторая позиция на карте, поэтому понятное дело, что Ехом тут лучше, чем Квапа, например. А Квапа лучше, чем Брюмастер. И лучше всех у нас, конечно же, СФ. Сетивай уже купил себе квартерстаф, и у него уже через 100 голды будут деньги, да, ставьте выкрепаемые. Есть у него деньги на баттерфляй. Все, покупай, неси. БКБшка есть, мека есть, развалить сетевая никто не должен, поэтому думаю, что смело можно приобретать себе бабочку. Так, а где у нас Talisman of Evasion? Здесь, что ли, теперь покупается? Да, теперь здесь у нас Talisman of Evasion покупается. Ох, эти нововведения доты, я ее удалю к чертовой матери. Я постоянно Персеверанс прихожу покупать и как идиот покупаю его на собственной базе, стоя возле секрет-шопа. До сих пор не могу привыкнуть, что Ring of Hells и Void Stone продается теперь в стандартной лавке стандартного известного дядьки. Вот они. Второй тикей. Будет ли врыв на хайграунд? Пошел врыв у нас от команды Ехом. И все это исключительно за счет вардов. Не давайте разбивать варды. Ехом. Господи, какой слюнявый вообще заход от Ехом на хайграунд. Они просто потеряли варды. Они поставили варды и стояли, топтались и на тебе в ответку. Подавись вообще своими вардами. Рубик поставил варды. Правда, конечно, Ехом подали пример на 100%. Ставим варды и не защищаем их. И то же самое сделали Цедек. Поставили варды и не защищали. Ну и мне кажется, теперь Ехом накажет Цедек. Сначала они ошиблись, а потом Цедек ошиблись так, что Ехом не имеет возможности их прощать. Пошел у нас Overgrowth от Тренд Протектора. На лоха Перо Тикей. Здесь семечко очень неплохо. Все хилит. YJ на хайграунде. YJ есть МКБ у YJ. Есть барабаны, у него нормальное количество хелспоинтов, и команда Ехом просто обязана заходить на хайграунд. Да, Ротикей может быть свободен, у него лоу хп, ему не надо подставляться. Хотя есть Ливинг Армор, опять же, у Ланема. Подсейвить своих тиммейтов можно без вопросов. Где в это время Квапа? Квапа готова подходить, у Квапы, правда, нет Соник Вейва, есть Скрим оф Пейн, есть Орки и есть БКБ на всякий случай. Да, мидлейн потеряли игроки команды CDEC, но опять же хочу сказать по собственной глупости и по собственной пассивности. CDEC убили моментально варды. Просто моментально разнесли варды Расты. После этого Рубик умудрился еще и стырить варды Расты. Ну и надо было поставить варды. Закрыли очень классные сефы. Ну так сейвите свои варды. Дорожите ими как-никак и разваливайте Ехомов, тем более вы с хайграунда атакуете. Но CDEC поскромничали, может быть, потому что ситуация такая, что 15 тысяч там или даже 16 тысяч преимущества, понятное дело, что по артефактам, по левелам Ехомы повыше. Может, просто не сориентировались, а может вообще не поверили, даже близко в себя. Вот это хукшот, а? Хукшот по четверым. Стойте дальше в кустах, ребята, тусуйтесь. CDY, ульт в Коге, разваливают Рубика просто моментально, Шики отправляется в таверну, это не обсуждается, ну и тут просто издевательство вообще, хукшот от Ротикея просто книжный какой-то, это какая-то энциклопедия роскошных хукшотов, это просто жесть, так удачно ворваться, я так и не понял, он врывался, кстати, с Виженом ли или просто случайно проверил, не стоит ли кто в кустах, ну аганим был, можно было попробовать. Короче говоря, этот хукшот просто изнасиловал команду CDEC. Поздравляем Ехом. Вторая катка для них. 2-0 они выигрывают, и они все ближе к International. Если третью игру они выиграют, если повторится ситуация двух последних матчей, то команда Ехом отправляется у нас в Сиэтл в августе месяце этого года. Поздравляем Ехом со второй победой, ждем ответной игры, и очень мне хочется, я верю, что CDEC могли бы ответить. У них есть герои, у них есть игроки, которые могли бы тягаться с Ехомами по своему скиллу, надо просто их
верно реализовывать и не бояться. Против вас играют ни Secret, ни IG, ни Vici Gaming. Это всего лишь Yahoom, о которых уже половина мира забыла. Да, ребят, чуть-чуть попозже у нас на стене ВКонтакте появится объявление небольшого проекта. Вот, надо будет, чтобы вы в нем поучаствовали. Ну, по желанию, конечно, проект будет медийно интересный. Можно будет светануться очень даже неплохо. Ну и там будет все условия, мы напишем немного позже по стене, на нашей стене ВКонтакте. Не забывайте заходить, если вы не подписаны на нас, подписывайтесь. Дальнейшая инфа будет вся там. Ну и пауза небольшая у нас в трансляции. Ждем третьего матча этой катки Best of Five. Возможно, последнего матча, не знаю. Вот, и услышимся через 5-6 минут. До скорой связи.